Приветствую вас. С точки зрения профессиональной психотерапии, читать вам что-либо по своей проблеме абсолютно бесполезно, потому что вы ничего хорошего для себя не найдете. Ваше поведение, ваша ситуация вами, может восприниматься либо как что-то очень безобидное, либо наоборот, как что-то весьма-весьма проблематичное. То есть здесь для человека, скажем так, ну, для человека со стороны, то бишь вас, возможны только такие варианты. Больше вариантов, в принципе, быть на самом деле не может. Поэтому категорически не рекомендую вам что-либо читать самостоятельно. Либо, еще раз повторю, вы искусственно свою проблему усложните, либо искусственно свою проблему упростите. В зависимости от того, к чему вы склонны. То есть склонны вы, например, к самостоятельности, склонны вы к, ну, скажем так, склонны вы, допустим, к тому, чтобы обесценивать, да, свои проблемы, вот, или вы склонны к тому, чтобы наоборот их как-то преувеличивать. Дальше, значит, ответ моего коллеги Кудряшова Игоря Леонидовича, на мой взгляд, является наиболее качественным, наиболее полным, наиболее верно отражающим всю суть того, что с вами в данный момент происходит. Я хотел бы, чтобы вы для себя это учли обязательно. Вот. Ну, в обязательном порядке, чтобы вы это учли, потому что это очень важный момент, да? То, что как вы ведете себя в, значит, со своим мужем, как вы ведете себя в своей семье, вот, так вы ведете, так вы повторяете сценарий своих родителей. Причем сценарий может быть не совсем и не всегда явным. Сценарий может быть не совсем и не всегда откровенно, значит, понятным. Вот. Но, как правило, повторение происходит именно здесь. То есть нужно проанализировать ваши отношения со всеми родственниками, вот, в частности, отношения с отцом. Вот, потому что это, как правило, наиболее вероятная среда, где вы научились вести себя именно так. Да? То есть, грубо говоря, если, ну, это один просто из возможных примеров. Если, допустим, ваш отец, ну, грубо говоря, не давал вам любви, да, не додавал вам любви, допустим. Ну, то вы учились добирать ее, да, вот, любовь где-то еще,
на стороне, да? Ну, просто потому, что, возможно, не считали, что вы достойны. Что вы достойны легально, да, 100% любви человека. Еще раз, это только лишь предположение, да, то есть я не знаю, как обстоят дела на самом деле. Вот. Ну и то, как вы выкручивались, да, то, как вы выживали, скажем так, вот, и определяет текущее положение вещей. То есть, может быть, сценарий-то вы повторяете это в действительности родительский, да? То есть, в том смысле, что, ну, стараетесь быть, например, честной женой, да, порядочной женой. Вот. Старайтесь вести себя честно по отношению к мужу, допустим, вашему, ну, неважно какому, да, вот, старайтесь быть для него, там, грубо говоря, правильной, вот, и так далее. Но все это делается через неудовлетворенность. Да, то есть родительский сценарий правильный, такой же, как в семье, вот. А неудовлетворенность присутствует. Именно у вас неудовлетворенность присутствует. И, соответственно, эту неудовлетворенность вас не научили реализовывать. Вот просто не научили это делать. И поэтому появляется третье лицо, да, которое, значит, ну, помогает вам. Появляется третье лицо, которое спасает вас, которое выполняет какую-то функцию. Вот. Значит, обратите внимание на то, что мой коллега сказал про личную ответственность. Тут вот мой коллега Кудрячев Игорь Леонидович сказал про личную ответственность. То есть, личная ответственность — это принципиальный аспект, да? Не брать... Так, сейчас я найду это. Не брат вашего мужа в лес, ваши отношения. Не кто-то еще в лес в ваши отношения. Знаете, вы сами, вы сделали возможным это. Потому что общение с людьми, ну, с людьми, с мужчинами, да, ну, для вас, да, с мужчинами, может быть, это нормально. То есть нормально, что общение протекает, общение имеет место быть, это адекватно, вот. Неадекватно то, что эти элементы общения перетекают по итогу во что-то больше. То есть они бы не перетекали, если бы вы, да, не хотели этого. Если бы вы не нуждались бы в этом, они бы не перетекали, если бы вы не позволяли. Поэтому вы по какой-то причине это позволяете. Вы позволяете другим мужчинам появляться в вашей жизни. Почему? Из-за чего? Из-за того, что вам чего-то не хватает. И вот эта неудовлетворенность ваша, да, неудовлетворенность, это запрет. Запрет на желание, да, ну, либо ошибки, как, опять же, сказал мой коллега, да, то есть, либо ошибки здесь. То есть, ну, по-разному может быть на самом деле.
То есть здесь вариантов достаточно много. Именно вариантов. Здесь довольно много. Вот. Поэтому смотреть нужно на все в совокупности, да, на то, как вы выстраиваете взаимоотношения с мужчинами вообще, да, как вы с ними себя ведете, как вы себя чувствуете с мужчинами, то есть как вот, ну, как вы себя ощущаете, да, ощущаете ли вы себя, удовлетворенный, например, с ними, да, чувствуете ли вы, что вам все нравится, вот. Или нет, допустим. То есть это вот то, что нужно выяснять. Это, да, то есть просто так ничего не происходит. Просто так. Значит, дальше. Вы пишете, проходит время, у меня новые отношения, дети, и в эти отношения влезает мой брат. И что? То есть в смысле влезает ваш брат? Ну, влез ваш брат, и что? Как он на эти отношения повлиял? То есть, знаете, мне кажется, что вы находитесь в классическом треугольнике Карпмана. Да, вот, где есть вы в какой-то роли, есть мужчина в какой-то роли, и третье лицо в какой-то роли. Но мне почему-то кажется, что третий участник, это все-таки спаситель. Мне почему-то так кажется, что это спаситель. Вот, я в этом до конца, естественно, не уверен, но мне почему-то так кажется. Посмотрите про треугольник Карпмана, но я думаю, что сами вы, опять же, вряд ли что-либо увидите. Вот. Понимаете? То есть все упирается по итогу. Вот отправная точка ко всему тому, что сказал мой коллега, это ваше чувство и желание. Да, это ваше восприятие. То есть, грубо говоря, что происходит? Случается несколько разных вещей, да, ну, просто вот, элементарно, случается несколько разных вещей, и два человека, эти вещи, одни и те же вещи, воспринимают по-разному. И вот тонкость здесь, именно в том, чтобы увидеть, как вы реагируете на то, что происходит, как вы воспринимаете это, то, что происходит. И когда будет понятно, как и почему вы на это реагируете, как вы это воспринимаете, можно уже будет сказать, откуда это. Да, если вы, например, чего-то хотите, и завершаете какие-то действия, потому что этого хотите, но в итоге получается, что как-то что-то не так, да, то здесь, соответственно, может быть, ну, просто когнитивные ошибки, да, то есть вот ошибка в причинно-следственной связи между целями, средствами, вашими средствами и выбранной стратегией. То есть у человека есть цель, которую он хочет достичь. У человека есть определенные средства, которые он может использовать для того, чтобы цели свои достичь. Человек выбирает условия и анализирует требования к выполнению цели. Вот.
И вы просто-напросто делаете это не, ну, делаете это не совсем конструктивно для себя, исходя из своих когнитивных способностей. Вот. Тут достаточно бывает просто человека подкорректировать, просто направить его в нужное русло, исходя из его цели. Да? Вот. Если же имеет место быть какие-то страхи, да, то есть вы делаете что-то из страха. Если имеет место быть какие-то действия, которые воспринимаются вами негативно, то есть вы делаете что-то против своей воли, ну, поведение, опять же, с мужчинами, да, со своими родными, то здесь, скорее всего, детско-родительское отношение играет роль. И читать об этом не имеет смысла, но на работу. Работа с чувствами, работа с вашими эго-состояниями и так далее. Вот. То есть, понимаете, как бы вот вы пишете, да, а что я не могу переворотить, осознать, да. То есть, а мы откуда знаем, что вы не можете осознать. Что-то, да, осознать не можете, но что именно? Вы не можете осознать своих причин, почему вы позволяете этим ситуациям происходит. То есть, почему ваша семья не является закрытой экосистемой, в которой нет в которой нет доступа никому, кроме, грубо говоря, вас. Вот. Вот этого вы не можете понять. Но и мы этого тоже понять не можем до тех пор, пока вы не расскажете нам свою историю. Потому что мы не телепаты, и мы не можем на это ответить. Вот. Знаете. То есть обращайтесь к любому из экспертов, который вас устроит, начинайте работать, исследовать. И по результатам исследования, да, то есть исследование это 1-2 консультации, по результатам исследования уже можно будет сказать, что у вас и что с этим делать. Ну, если вы прям вот серьезно настроены, да, если вы серьезно хотите этого, то вот так. Вот так. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Точка отсчета в понимании своей ситуации мне видится треугольник Карпмана, как некая такая систематизация вашего состояния. То есть, очевидно, вам здесь три участника, вы, ваш близкий мужчина и третье лицо. Вот. Начать нужно с этого. А дальше уже можно будет от этого отталкиваться и разбираться глубже. Я вам желаю всего самого доброго, не занимайтесь самолечением, вот, доверьтесь специалистам. Всего самого доброго и удачи!